И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, Кузи, Моровинт и наше замечательное испытание скалов, два из которых мы уже выполнили. Сейчас мы на моей памяти выдвигаемся к камню земли. Тут и к камню земли, к камню зверя. И где он? Он вообще... Где же там камень дерева хотя бы? Нет, давайте камень зверя. Там же камень зверя был, да? Я же правильно помню. Давай. Земля. Камень зверя. Черт, найти доброго зверя и облегчи его страдания. Вот, меня вот это смущает очень. Ага, короче, зверь, потом дерево. Хорошо. Так, еще разок. Так, понятно. Озеро. Вот тут, прямо около Тирска. Спрятались, побежали. Ля-ля-ля-ля. Боже, какая тут охрененная музыка все-таки. Все-таки музыка в Моровинде отличается, возможно, все-таки большей глубиной эпичности и героичности. Героичности. Господи, что я несу? Героичности. А слово героин. А, чем во всех других, наверное, частях. Не знаю, Моровинд, он вообще... Моровинд в серии Тес, это как Silent Hill 2 в серии Silent Hill, я так скажу. Скорее, может быть, сколь угодно более динамичным, крутым и проиграбельным, но задание и вообще все в Моровинде всегда будет лучше. В сумме, если смотреть, конечно. Просто я как всегда смотрю. Просто представьте Скарим в графике Моровинда. И задумайтесь, был бы он таким же крутым, как Моровинд сам по себе. То есть, я думаю, нет. Это во-первых. А теперь представьте Моровинд в графике и на движке Скайрима. И будет ли Скарим круче? Опять думаю, что нет. Вот так-то. И да, я знаю, что делают Skywind, там тролливали. И будет ли он на канале, я еще не знаю, потому что пока его не доделают, не оптимизируют вообще. Я знаю, что нам не сюда, если что. Я к нему не притронусь. Если здесь зелье левитации лежит, это как-то немножко подозрительно. Если видите какую-то пещеру в Моровинде, где лежит зелье левитации, есть вероятность того, что над вашей головой что-то находится. Но в этом случае, я думаю, вряд ли, потому что все-таки мы в пещере. Но я предлагаю здесь всхрапнуть немного. Спасибо вашему дому. Теперь пойдем к другому. Ой, блин, ночь. Ночь! Спокойно, меня тут нет. Вам показалось? Оп. Тирск. Блин, мне вот не нравится вот это задание с этим зверем, то, что облегчит страдания. А как? Вылечив его касанием, у нас нет такого заклятия. Вот я очень надеюсь, что это как-то будет обыграно и не придется, знаете, как сказать, подрывать динамику данного квеста и бежать в поисках этого заклятия или еще чего. Значит, это все будет очень грустно.
Я дойду сегодня. Так, вот озеро. По ту сторону. Должен быть наш камень. О, господи, что это? Господи, ты! Звук такой страшный был. Эти хоркеры, конечно. Выдают порой очень дикие звуки. А вот и камешек. Ой, я очень надеюсь, что не придется никого лечить заклинанием, иначе мы профойлим. Здравствуй, зверь. Иди на юг, найди доброго зверя и облегчи его страдания. Может, убить его сразу? Блин. Сейчас мне больно. Маленькая такая свинья, так нагадила. Тебе конец. О, господи, ты откуда взялась? Уйди, туман. Я не могу двигаться. Что такое? Ладно, я тебе не стою на одном месте. Хайдуха. Не обращайся. Ой-ой-ой. Как мне нравится. Вот просто посмотри. О, как мне нравится. Вот такого в Скайриме нету. Такого вот чувства, которое дарует падение снега. Просто посмотрите на это. Это просто потрясающе. Фу, кайф. А, я перегружена. Чё они там со мной сделали, паразиты? О, ты смотри, как сняла мне штуку. Так, повреждение силы. У меня вроде что-то было восстановление. Мне нужно помолиться где-нибудь, иначе как-то плохо все будет. Прям вообще очень хорошо сняла силушку мою богатырскую. Посмотрите, сколько вообще. Ужас. Есть где-нибудь свиток восстановления там? Ага, очищение тела. Запас сил? Ну, это немножко не то. Печалька. И что делать? Я, конечно, могу использовать этот Альмсиви или еще что-нибудь. Телепортнуться куда-нибудь. Сюда! Потом пишарить туда. О, господи, как это тяжко. Нам практически 100 кило надо выложить. Это обалдеть. Я не хочу. Не, давайте. Мы сейчас сделаем по-умному. Здесь же все вообще классно. Пометочка. Мы сюда и вернемся. Так, а теперь божественное вмешательство. Где у меня тут был? Вот он. Я тут, я тут. Да, я знаю, что перегружено. Сейчас мы как-нибудь дойдем. Что мне нравится, здесь можно шмот выкладывать без опасения, что его кто-то стыбзит. Так, что бы еще выложить? Ласкал. Все. Сейчас пойдем помолимся. Вы чего-то хотели? Помолиться я хочу. Восстанови меня. Моя... А, точно, Мирас. Мертва? Нет, этого не может быть. Ох, почему божества покинули меня? Мираса была такой юной, такой невидной.
Кузя, я благодарю тебя за то, что ты принес эту весть, хотя она и трагична. Я уверена, что ты сделал все, что было в твоих силах, чтобы помочь моей любви. Ну прости, чувак, она сувалась прям под нож. Я ей кричал, не надо, она все бежала. Она была храбрая женщина, но такой глупой. Ладно, пожалуйста, возьми это золото в качестве платы за твои услуги. А также, если ты не возражаешь, я хотела бы остаться один. Хорошо, до свидания. Что привело тебя сюда? Я хочу полечиться. Восстановление. Во, все, зашибись, все отлично. Так, я все взяла, мои перчатки нигде тут не остались, все. Возврат. Я обожаю Моровинд. Так, вот так вот за 5 минут мы решили такую просто чудовищную проблему. В Скайриме так не получилось бы. Так, я хочу. Что у меня на мне было? Я все одела обратно, да? Мне, кстати, еще вот правый наплечник нужен. Точно, я вспомнила эту важную деталь. Так, иди на юг, сказали мне. Доброго зверя облегчил страдания. Ой, хоть бы не нужно было его лечить. Иначе я не знаю, что мы будем делать. Не знаю, кто это будет. Это будет Хоркер? Опять? Или все-таки медведь? Наверное, медведь. Что-то ветер начался. Звук, в смысле, ветра. Вон белый мишка. А ну пошли вон, твари. Видимо, ему просто помочь нужно. Хорошо. Пошел отсюда. Медведь. Что мне с тобой? Добрый зверь. Ну и чё? О, ура! Мишка! Почему? А, хитиновую стрелу из него достать нужно было. Хей! Медведёшечка. Медведь полностью оправился после своих ранений. Я должен вернуться ко мне, зверя. Похоже, добрый зверь хочет вернуться туда вместе со мной. Пойдем, медведь. Шутка. Ты не обращай внимания, что у меня на голове как бы голова твоего собрата. Это муляж. Это для устрашения врагов. Не более того, потому что вы, медведи, народ могучий. Все вас боятся. Это еще медвежонок. Смотрите, он маленький. Так вот, говорю, вы, медведь, народ могучий, поэтому ваш лик устрашает врагов. Поэтому было разумно сделать шлем в виде... Ты слышишь меня? Эй, медведь, беги быстрее. Я, кстати, забыла камень пометить, ну ладно. Пометка сделала это за меня. Медведешечка. Медведик. У-ху. Что, кто, где? Ох ты, сволочь. Пошел вон. Здесь территория доброго зверя. Добром будет проложен путь в ад. Давай. Ау. Добрый зверь пришел, я его слышу. Надо ему помочь. Пошли вон. Вон. Добрый зверь, не лезь, пожалуйста. Не хочу тебя задеть.
Ну-ка, не суйся. Я тебя умоляю. В Морровинде так легко задеть кого-либо. В пылу такой битвы-то. Иди сюда, иди к камешку. Ей. Хорошо, теперь камень дерева, это я помню. Так, и он чуть-чуть вот тут где-то. Сейчас позыркаем. Ой. Нет, даже пониже. Короче, между двух рек. Где-то вот тут. Пошли. Главное... Так, надо убрать возврат. Это плохо, иначе дана закончится. Надо что-нибудь другое поставить. Пускай будет по целый век, неважно. Неважно вообще. Нет, будет хождение по воде. Мы сейчас будем заниматься земледелием. Потому что мы сейчас будем сажать, как вы помните, семена в почву-то. Которую мы, кстати, находили. Я, правда, нифига не помню, где она. Но она где-то в центре, по-моему. Ну, ближе к центру. Может быть, чуть восточнее. Где-то там, короче. Фристоун, где ты? Видите, куча деревьев. Так, я тут была? Нет. Сейчас буду. Ну, чтобы не упускать возможность. Здрасте! Здесь прольется твоя кровь, а не моя. Как это называешь поединком? Сейчас смотрю, горло село. Я помню, кстати, эту пещеру, она жутко длинная. Она жутко длинная. Не хочу как-то. Но с другой стороны, потом искать эту пещеру, раз уж мы тут, давайте... Сейчас все это и сделаем. Быстренько пропрыгаем. Просто самое обидное, то, что мы здесь награды-то как таковой-то и не получим. Мы сюда идем просто, чтобы вы посмотрели на это место, потому что я его даже примерно помню. Надо было выбирать соперника послабже. Меня в воду уронили, нормально вообще? Вот сама-то теперь... Ау! А, фу-фу-фу-фу-фу! Ужасная картина. Ау. Картина маслом просто. Ты своей рукопашкой дурацкой ты мне все портишь. Ау. Вставай, Кузи. Упорото очень было. Я что-то выдыхаюсь очень быстро, заметили? То есть... Вообще пропадает очень быстро, потому что я много на себя таскаю, еще и бегаю при этом постоянно. Потому что как бы вон уменьшается-то от души. Как-то все равно быстро. Ты умрешь на месте! А ты что встал? Ждешь, пока твоя баба откинется? Молодец! Конец! О, у тебя шапка прикольная. Да. Ты понимаешь, что от физических атак твои блоки магические бесполезны? Дур какая. Так, там что-то накалякали мне? Нюха. Эффект при использовании. Да возьмем так. Может быть, кстати, это какие-то квестовые ребята. Наверняка. А может быть и нет.
Я не помню. Я много чего не помню. Но это все не важно. Предлагаю пойти пешком, а то я сейчас дойду до них. Опять убитая вся. Стой. Стой, говорю. Деньга. Это хорошо. Ой. Правый? Да чтоб тебе. Мне нужен правый. А у меня, кстати... У меня поножи не надеты, ты посмотри. Как так уж... Нет, подожди, стоп, они были же. У меня же кольчужные были какие-то, вот они. Это я их только что сняла, да? Я молодец. Я их просто не заметила, если что. Это нормально. Здрасте. На месте. Ну давай. На месте. Давайся. Ты уже почти труп. Что-то ты как-то быстро умерла. Че, пускай будет. В коллекцию пойдет. Я что-то тут видела. Или мне показалось? Правый. Взять, не взять. Нет, точно не взять. Мы вообще перегружены в упор. Почти 2 кило осталось, кстати. Я только сейчас заметила. Обалдеть. Ужас. Что делать-то? Столько барахла, это бы все скинуть. Надо потом к скалам зайти. И сложить хабар, потому что у нас же там уже есть домик. Который мы признали своим. Как вы помните. Даже не один, целых 2. На моей памяти. Я сейчас пошла не туда, по-моему. Мне сейчас надо вот так сделать. Вроде как. Вы уж простите, что я сейчас ничего особенного не говорю. Ну, просто я не знаю, что говорить, честно. Потому что мы просто идем по этой длинной пещере. Она никак не закончится. Мы все никак из нее не выйдем. Такие моменты... Я не знаю, что говорить. Я могу, конечно, анекдоты травить. Боги. Надо было выбирать соперника послабже. Ой. Эл. Пошел. Слушай, ты меня бесишь, я хочу прям тебе больно тебе сделать, короче. Эл. Эл. Подними, Кузи. Поднимите меня. Ты умрешь на месте. Ты слабее. Еще и профукала. Я забыла, что это. Это. Касание. А какого фига, давай? Давай, Атра. Давай, помогай. Меня бьют. Чё-то вообще бьют.
чтоб вас всех. Да уйди ты в пень. Что, завали вот этого, он меня бьет. Ой, вот что бывает, если... Нет, то где? Вот. Все, сейчас будет полегче. Не запускайте выносливость. То, что видите, что происходит. Они сейчас грохнут такими темпами. Все, заколебали. Да падай ты, господи. Ау. А, блин, куда ты шевелишься-то? Фу. Это все потому, что закончился запас сил. Ой, господи, иди в туман. Фу. Так, камень дерева, где он был вообще? А, он там, наверху, на холме. Это я помню. Я же правильно помню? Не-не-не-не-не-не-не-не. Или он за холмом? Короче, он где-то тут. Осталось его найти. Я же помню, что он где-то... Вон он. Я же помню! Я же не дурак. Я же вообще... Эу. О, господи, а потом еще искать эту земельку? Конечно, страх. Иди уже сюда, давай. Давайся! Ты уже почти труп! Сказал труп. Первых деревьев больше нет. Иди на восток и найди того, кто украл семена. Будь осторожен, тот, кто владеет этими семенами, контролирует деревья. Посади первое дерево заново. Короче, иди туда. Там будет какой-то нехороший человек. Грохнуть его с пригоров, как я понимаю. И все у нас будет как надо. Мне же на восток сказали, я же не дурак, да? Это же не ты? Ты же просто берсерк, правда? Не знаю, я тебя все равно завалю. Не нравишься ты мне. Короче, где спригны, там наша цель. Это прям вообще стопрезентно. Наверное. Не поняла. Звук камня сработал. Как будто где-то тут. Что-то случилось. Может, у этого чувака семена? Там живет тот, кто украл семена, он контролирует. Может, это псих? Это вряд ли, конечно. Нет, это про сладости толкует. Этот наркоман хренов. Ладно, давайте у него перебдим. Ага, хрен. Ладно, у костра хоть погреемся. Конфетки, конфетки. До свидания, конфетки. Ну хорошо, допустим. А что это был за звук? Почему он появился? То есть, почему? Что тут такого? Опс. Фейл. Т-
Так, допустим. Вот мы шли. Давайте идти дальше тогда. Может, не дошли еще? Ух, завернула неудачно. Главное не заразиться. Чумные волки. Так, хорошо, может быть тут где-то вот под этими каменями стоит какой-нибудь хрен? Да нет. Ну ладно, давайте дальше на восток. Только отдохнем, наверное. 11 часов тебе понадобилось? Серьезно? Блин, я не хочу с каждым из них драться. Это долго. Посмотрите, тут дуреть вообще. Надо в обход. Мне кажется, мы уже далековато зашли. И этот звук был с этим деревом. Нет, прям не знаю. С другой стороны, мы шли четко на восток и пока что сприганов не видели. Так что, наверное, все-таки еще не дошли. Я смею на это надеяться, потому что как бы в ином случае как-то не очень получается. Все-таки придется убивать. Потому что мы как будто воды уже аж дошли. Может, я где-то немножечко южнее забрала слишком. Может, здесь такой иногда миллиметраж? Ну, какой кадр с моей... Ой, жалко. Сбила. Как бы... Кстати, а мне какой там курган-то нужен был? Мне. Скрытая музыка, так, камень земли, пловец. Не вижу. Черт с ним. Что-то я, по-моему, все-таки забрала немножечко. Не туда. Может быть, в пещере в какой? Это как-то нелогично. Вообще, по-хорошему, нужно просто найти место, мне кажется. Там, где дерево посадить надо, он, наверное, там где-нибудь тусуется рядом. Товарищ непонятный. Драугры меня игнорит, заметили, да? Ну, ладненько. Да иди ты нафиг! Чё они нападают? Вот чё они нападают? Чё ему жить надоело, что ли? Так, у меня проблема. Единственный хрен, который живет на востоке, это вот этот товарищ. Надо, наверное, книжечку почитать, чтобы понять вообще, что делать. Злобного Фалмера, окруженного малыми духами деревьев. Ага. В
самую чащу. Короче, нужно вот в деревья куда-то сюда. Ну, потому что тут как бы, да... Что это было? Казалось? Фалмер! Фалмер! Меня смутил просто этот звук, который мы все с вами отчетливо слышали. Ибо мы же не глухие же. Нет, Кузьмичка ж выдыхается вообще по-страшному. Так, фалмеров я не вижу. И это меня смущает. Я вижу бандитов, но фалмеров я не вижу. Самую чащу. Вот он, восток. Может быть, здесь где-то. Что-то как-то тухло у нас все это получается. Вообще. Знаете что? Давайте-ка тут где-нибудь сейчас здесь-то не найдем в ближайшие 5 минут. Остановимся, так сказать. И продолжим в следующий. О! Нашли. Аллилуйя. Я пришла сюда убитая. Ох, как это было неразумно. Это было глупо. Это было очень глупо. Мы просто устали очень сильно. Короче, сейчас по стариночке. С луком, а то что-то мы все в рукопашку. Блин, пошла вон. Ай, ай-я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 й. Ай, застряла. А че паришь-то, кстати? Че я парюсь вообще? Нифига звук. Хоркеры все-таки жуткие звуки издают. Настолько, насколько это возможно. Давайте повыше. Как вас тут много-то? Куда ты побежала? Стой! Ой-ой-ой, падай, падай, падай. Они же еще по 3 раза, блин, будут тут воскресать. Паразитки. Не, я отсюда не слезу, ну его нафиг. Так, ну вот, она сейчас воскреснет, их еще тут дофига. Так, у меня стрелы. Ха-ха, у меня стрелы закончились. Ха-ха-ха-ха, я отсюда не слезу. Угу. Меня... А, нет, не закончились, хорошо. Лови. Наслаждайся. Я-то думала, блин, как-то быстро закончились, у меня же дофигища их было. И в третий раз, нет? Пожалели меня. Стой! Стой! Болезная. Ох, как я попала, хорошо. Ох, как замечательно. Ой, ты что так хорошо встала, молодец какая. Кстати, она ж воскреснуть должна, нет? Так, давай, давай, давай. Вообще-то это не фалмер, это реклинг. Как бы это немножечко странненько. С другой стороны, может быть, у нас все-таки будут отличия такие от сказания, потому что прям один в один-то не должно быть. Наверное. Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно, я сказала. А, все-таки, смотри, встала третий раз. А та, по-моему, только один раз воскресала. Или она уже до этого была убита? А, вон она бегает. Я, конечно, долго так буду их колупать. Может, спуститься дешевле будет? Вылечится сейчас только курагой. Что-то какая-то фиговая курага моя. Так, ладненько.
Ок. Так, где тут у меня мега эти самые восстановления здоровья? Просто с лука это долго так. Пошел вон. Сука, любого меня, ты знаешь? Или? Все, умерла. Ай! Так, последняя. Иди сюда. Иди сюда, я сказала. Ох, тут их две. Стоит такая, блин. Корни пустила. Я в клумбе. Ты там встала, встала, конечно, господи, чем я. Чем я говорю? А чё они не нападают? Странненько. Все упало окончательно. Так, идем только шагом, пожалуйста. Так, семена. Где-то тут должны быть. К северо-западу от камня дерева есть поляна. А, к северо-западу. Хорошо. Ладно, давайте до камня все-таки дойдем в следующей серии и продолжим. Потому что что-то, мне кажется, затягивает все это дело. В общем, надеюсь, что серия вам понравилась. Мы, конечно, чуть-чуть заплутали, но нормально. Вырулили. И, в общем-то, в следующей серии продолжим наши испытания. Осталось, в общем-то, половина. Надеюсь, что вам нравится. Если это так, ставьте пальцы вверх. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, где вы можете почитать новости своевременно. То есть быть в курсе вообще всего, что происходит на канале и чего не происходит на канале. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. С вами была Севен, Кузя, Муравинт. Всем удачи и пока-пока.